Один з видів бойового мистецтва – айкідо в Одесі – стрімко розвивається. Все більше дітей та молоді долучаються до занять. В основі айкідо закладені техніки з різних видів єдиноборств. Серед них – айкідо, бойове самбо, карате та інші. Вже п'ятий рік поспіль засновник даного виду бойового мистецтва, президент Всесвітньої організації айкідо Анатолій Мацюнин проводить семінар пам'яті своєї дружини. Визнаного майстра айкідо Любові Мацюниної. Да, уже сегодня пятый семинар памяти Любови Владимировны, моей супруги. К сожалению, она очень рано ушла из жизни, но сделала очень много хороших вещей. Потому что сегодня приходило очень много родителей и детей, уже детей, ну, у которых свои дети уже есть. Вот. И с благодарностью пришли на семинар почтить память и поприсутствовать на открытии семинара. Для чего нужны семинары? Ну, семинары – это, прежде всего, рост развития, новый виток, новая ступенька в развитии нашего подрастающего поколения, детей, юношей, девушек, взрослых. Благодаря ей, ее любви ко мне, вот все, что сегодня, чего я добился, это тоже большая часть ее заслуг. Цьогоріч семінар традиційно пройшов на базі спортивного комплексу Національного університету «Одеська юридична академія». На церемонії відкриття виступили танцювальні дитячі колективи та вокалісти. Свої показові виступи продемонстрували вихованці клубу «Айкідо Хікарі». Зазначимо, що на базі юракадемії два роки тому був відкритий ще один клуб «Айкідо» – «Воріор». Протягом багатьох років університет сприяє розвитку цього виду єдиноборств в нашому регіоні. Один из первых клубов, который открывал основатель Всемирной организации айкидо Шихан Анатолий Павлович Матюнин, он как раз находился в Национальном университете Одесской юридической академии. И сегодня, спустя огромное количество лет, мы продолжаем эту традицию, мы продолжаем развивать систему айкидо, и в том числе в стенах Национального университета Одесской юридической академии. Многие студенты, преподаватели занимаются в этой системе. Я лично являюсь обладателем черного пояса второго дана по этой системе. Поэтому очень приятно и знаково, что идет развитие, есть возможность для детей, юношей, взрослых людей заниматься, совершенствовать свое тело и свой дух. И для этого создана вся соответствующая инфраструктура и в Национальном университете Одесской юридической академии. Вы знаете, мы признаны одним из самых спортивных вузов, развиваются различные виды спорта, различные виды единоборств. Учні Любові Мацюниної з любов'ю згадують перше знайомство з сенсеєм. Більше 18 років вона провела на татамі, тренуючи дітей, юнаків та дорослих. Багато її учнів стали майстрами айкідо. У 2003 році почав тренуватися, знав лично Любов Владимировну Мацюнину. Дуже благодарен їй за багато речей, які вона розказала, в принципі, і мені, і всім ребятам, які тренувалися. Ні одного, так сказать, человека нету, который бы не использовал и философию ту, которую передавала Любовь Владимировна, и, ну, скажем так, физические оздоровительные практики, которые помогают вот мне по сей день, моим товарищам, ребятам, которые уже давным-давно не занимаются. И благодаря вот, ну, скорее всего, она прививает, как и Анатолий Павлович Матюнин, любовь к боевым искусствам, любовь к спорту и здоровому образу жизни. Лично с Любовью мы не были знакомы. Это еще было до меня, до моей работы в коммунальном учреждении. Но я очень наслышана о ее работе, о ее продуктивном развитии, о развитии молодежи. Это прежде всего то, чем мы занимаемся, развитие молодежи. И, конечно, я поддерживаю такие семинары, потому что они, опять же, привлекают молодежь и показывают другую сторону ежедневных тренировок и трудов, которые в итоге, вот, можно сказать, награждаются и демонстрируют те навыки, которые они нарабатывают в течение этих занятий. Я очень рад, что сюда пришел. Изначально люди сюда приходят ради какой-то физической силы, они думают, что будут качками какими-то. Но со временем, когда ты здесь занимаешься, ты понимаешь, что ты пришел сюда и больше получил моральной стороны. Ты стал сильнее морально и физически. Я думаю, что я достиг немалого в своем мастерстве, но, как Шихан говорит, даже черный пояс – это всего лишь капля в море боевых искусств. Айкідо налічують чималу кількість захисних прийомів з японських традиційних бойових мистецтв. Серед прихильників цього спорту чимало дівчат. Хтось почав займатися, аби досягти різноваги між тілом та духом, а хтось – аби навчитися самозахисту.
Я занимаюсь для воспитания себя и для каких-то продвижений я не особо хочу, просто это для себя. Я занимаюсь 4 года, я пришла, чтобы более себя воспитать, немного раскрыться и показать себя. Изначально, когда я пришла в этот клуб, в эту, в принципе, боевое искусство, я думала, что здесь меня научат только, как можно там защититься на улице от какой-то плохой компании. Но потом я вскоре поняла, что здесь учат не только этому. Здесь я и научилась и словами себя отстоять, и я самосовершенствуюсь. В стінах Національного університету Одеська юридична академія велика увага приділяється розвитку спорту та підтримці молодих спортсменів. Для цього роками створювалась одна з кращих в Україні спортивна інфраструктура, до якої входять стадіони, ігрові зали, центри спортивних єдиноборств, а також сучасні спортивно-оздоровчі комплекси. Такое развитие спорта, такое количество мероприятий стало возможно благодаря развитию инфраструктуры, благодаря организационной, материальной поддержке президента Национального университета Одесской юридической академии Сергея Васильевича Кивалова. И благодаря этим усилиям, благодаря тому, что такое количество мероприятий проходит именно в Одессе, мы можем уже с гордостью говорить о том, что Одесса была интеллектуальной, а теперь становится и спортивной столицей нашего государства. Огромное спасибо еще раз хочу поблагодарить Сергея Васильевича Кивалова, Валентина Андреевича Федорова, это мой ученик, мой друг уже, вот, как он сегодня говорил, уже больше 21 года мы вместе дружим, и его команде Сергея Васильевича, благодаря ребятам, организация просто на высшем уровне. Все удобно, четко, согласовано, классно. Спасибо. В знак подяки за підтримку президенту Одеської юракадемії, почесному громадянину Одеси та Одеської області Сергію Ківалову був вручений почесний чорний пояс ступеня «Перший дан» і свідоцтво про членство у Всесвітній організації «Айкідо». Спільна робота Національного університету Одеська юридична академія та Всесвітній організації «Айкідо» триває і вже заплановані нові спортивні заходи на поточний рік.